Здравствуйте, дорогие друзья! Я прочитал рассказ Эмиля Дрейцера «Последний звонок» в юбилейном 50-м выпуске журнала «Слово Word». Вот сейчас вы видите обложку этого юбилейного выпуска. Об этом выпуске мы беседовали в рамках нашей литературной телевизионной программы с издателем и редактором журнала с Ларисой Шенкер. Уделили толику времени, отведенного на беседу в целом, Эмилю Дрейцеру и его рассказу. И вот эта беседа побудила меня возвратиться к тексту и перечитать рассказ более внимательно и заинтересованно. Рассказ внешне прост, почти бессюжетен. Говорится о супружеской паре этнических евреях, эмигрировавших из Советского Союза в первые самые годы Большого Исхода. Жили они в Ленинграде, а стали жить в Нью-Йорке. Он по образованию и роду деятельности на родине драматический актер, много лет служил в одном из ленинградских театров. Поселились они в Бруклине, в самом колоритном русском районе этого Боро, на Брайтоне. Вообще-то в ту пору наши соотечественники только начинали осваивать Брайтон, и он выглядел далеко не так ярко и презентабельно, как сейчас. Отсюда несколько пренебрежительное отношение героя рассказа к тогдашнему Брайтону. И вот вся эта цепь обстоятельств и реалий весьма близких мне, по субъективным причинам. Ну, эмиграция, Питер, Нью-Йорк, Бруклин, актерская ипостась героя и так далее. Вся эта цепь совпадений углубила мой интерес к произведению и заставила рассматривать его с позиции потенциального исполнителя. А это тот критический момент, когда начинаешь ярче чувствовать художественные особенности материала, речевые характеристики героев, стилистику описания их душевного состояния и обстоятельств, в которые они поставлены. И тогда я понял, что рассказ и по тематике, и по художественному уровню может представлять интерес для нашей телеаудитории. Несмотря на то, что тема-то как раз достаточно избитая, трудности, подчас непреодолимые, адаптации к условиям эмигрантского существования для тех, чьим профессиональным инструментом является русский язык в его творческом употреблении, актеры, режиссеры, поэты, прозаики и тому подобное. Но, во-первых, тема эта неисчерпаемая, никто ее не закрывал. А главное, в искусстве важно не что, а как. Еще одно обстоятельство, которое побудило меня взяться за эту работу. У нас были передачи, основанные на книге Славы Бродского «Бредовый суп». Это повесть, состоящая из 27 рассказов. Герои повести – люди разных профессий, но среди них нет ни одного поэта или актера. Они разных профессий – программисты, финансисты, экономисты и так далее. Они успешно вошли в американскую жизнь, самоутвердились в профессиональном смысле и достигли высокого уровня материального благополучия, близкого к американской мечте, а может быть и совпадающего с ней. Математический бэкграунд главного героя, например, намного превышает средний уровень американских специалистов, по крайней мере, в той фирме, где он работает. На фоне этих обстоятельств совершенно естественно воспринимается светлая мысль, высказанная в книге Славы Бродского. Америка не чужбина для его героев, она родной дом для них, отвергших
советско-российскую реальность. Рассказ же Эмиля Дрейцера – это противоположный полюс одной и той же эмигрантской темы. Я бы хотел, чтобы вы ощутили контраст между двумя подходами к ней. От сопоставления двух произведений «Бредового супа» Славы Бродского и «Последнего звонка» Эмиля Дрейцера она, тема, приобретет, мне кажется, дополнительную объемность. Кстати, эмигрантская судьба самого Эмиля Дрейцера служит подтверждением и весьма убедительным мысли Славы Бродского. Эмиль Дрейцер – писатель, доктор филологии, профессор кафедры русского языка и литературы колледжа имени Хантера в Нью-Йорке. Под псевдонимом Эмиль Абрамов печатался в московской прессе как фельетонист. В Соединенных Штатах с 1975 года. Автор 10 книг художественной и научной прозы на русском и английском языках, в том числе книги воспоминаний. Рассказы и эссе, опубликованные в американских, канадских и польских журналах, отмечены литературными премиями Нью-Джерсийского совета по делам искусств и грантами городского университета Нью-Йорка и включены в ряд учебников для колледжей. Итак, рассказ Эмиля Дрейцера «Последний звонок». Семен Михайлович очнулся от того, что ключ загремел в замке входной двери. Вошла с улицы Фира, усталая, озябшая, с авоськой, которую оттягивала пачка пельменей. Он сидел, откинувшись в кресле, бессмысленно смотрел на жену. Хотел было подняться, помочь снять пальто, но почувствовал, что не может пошевелиться. Сказал, что пришел из театра, страшно устал и не заметил, как задремал. «Знаешь что, Ферунчик, — добавил он глухим голосом, — ты, пожалуй, права. Ничего не поделаешь. К черту все. Уедем». «Ну и слава Богу, давно бы так, — сказала Фира бодро, но голос ее дрогнул. Семен смотрел на жену из-под лобья, обмякший, беззащитный, не 45-летний мужчина, а больной температурящий мальчик. За окном шуршало мокрыми шинами, под потока света, ухитрявшимися пробиться сквозь пелену облаков, поблескивала лужами мойка. Разговор об отъезде они вели не впервые. «Что я там буду делать, Фира?» – вопрошал Семен на уговоры жены. «Ты же актер, Сема! И хороший актер, ведь ни одной рецензии на ваши постановки не было, где бы твою работу не отмечали». «Ты соображаешь, что говоришь. Какое будущее может быть в Америке у актера без знания языка?» «Найдешь что-нибудь? Вот именно, что-нибудь. Я же русский актер, понимаешь, русский. Ну, а здесь у тебя какое будущее? Нельзя же жить в этом болоте. Удушиться ведь можно. И потом, хоть ты и русский актер, но не забывай, что ты еврей». «Да какой я еврей? В синагогу не хожу, ни языка, ни истории еврейства не знаю». «Как будто это имеет для них значение», — говорила Фира. Слова жены задевали за живое. Он сердился, уходил от разговора. Действительно, сколько себя помнил, он втайне стеснялся своей принадлежности к еврейству. С чувством вины перед отцом, которого он любил и уважал за простую и честную, полную труда жизнь, представляясь новым людям, называл себя не Самуилом Моисеевичем,
а Семеном Михайловичем. Это было глупо. Все в театре знали, кто он по паспорту. Но ощущение неудобства от того, что у него, актера русского театра, еврейское имя, перебороть так и не смог. Решение уступить давнему настоянию жены и уехать из страны было нелегким. Пришло в отчаянии, том самом последнем отчаянии, в котором притупляются все другие чувства и наступает безразличие к собственной судьбе. Что будет, то будет. Дело было в том, что в тот день распределяли роли в новой пьесе, и ему опять ничего не досталось. Театр был большой, престижный, режиссер, известный на всю страну, а ролей даже маленьких на всех не хватало. Да и как могло быть по-другому, когда в труппе больше полусотни человек? Каждый раз, когда перепадала даже маленькая роленка, был праздник. Время без ролей он переносил тяжело. От долгого безделья терялась уверенность в себе. Казалось, и таланта никакого у него нет, и никогда не было. Так, быть может, и было немного пороху в пороховнице, но разве что на один пшик. В такие дни начинало болеть в боку. Мерещилось, что и до него добралась какая-нибудь мерзкая хвороба. Сам он был из Воронежа. Учился в Москве, в ГИТИСе. В театр взяли в родном городе. Театр был хороший, добротный. Как-то приехал на гастроли Ленинградский театр драмы и комедии. Режиссер увидел его в Вишневом саде в роли Фирса, старого слуги в доме Раневской, которого она, съехав, оставила в пустых комнатах. Пригласил к себе. Из всего сыгранного, а ролей за 20 с лишним лет работы набралось немало, больше всего ему удался Фирс. Роль небольшая, дюжина фраз. А как же он наслаждался ею! Были и другие удачи, но именно по поводу этой роли знакомый журналист как-то сказал с теплотой. «Ты так его играешь, что, похоже, ты с этим Фирсом внутри и родился. Меня забыли. Надо ж в одну фразу, под занавес, так много вложить». Семен помнил, как, готовя роль, долго мучился, подыскивая правильный тон. Как сказать эти два слова, чтобы в них была вся душа Фирса, вся его жизнь. Ведь, переезжая, забыть можно вещь, а тут человек. Хоть очень старый, но человек ведь, ни стул, ни комод. Семен и сам не знал, почему именно эта роль ему необыкновенно удалась. Может быть, потому что Чехова он полюбил с детства. С того самого дня, когда прочитал в первый раз «Каштанку», маленькую повесть о собаке. Она потеряла в толпе любившего подвыпить хозяина столяра. По воле случая ее подобрал цирковой дрессировщик, и она зажила интересной и сытой жизнью. Но однажды, во время очередного трюка, услышав голос хозяина с галерки, без раздумья бросилась на зов. Книжка была дедгизовская, с картинками. Видимо, поэтому каштанку он представил именно такой, какой она была нарисована. Рыжим, ласковым, веселым псом, помесью таксы с дворняжкой, с пушистым, загнутым вопросительным знаком хвостом. Казалось, от самой книжки исходили запахи, навсегда засевшие в собачьем мозгу, свежих стружек, лака и клея. Может быть, потому что отец плотничал, и эти запахи были запахами и его, Семена, детства. Он прямо-таки прикипел душой каштанки.
Еще в ГИТИСе, понимая, что с фамилией Шпильман далеко не пойдет, взял себе сценическое имя Семен Рубанков. Чеховым он восхищался не только как писателем. Перечитывая его биографию, всякий раз поражался, как смог сын лавочника, внук отпущенного на волю крепостного, преодолеть грубость среды его воспитавшей. Отец калашматил его в детстве за всякую промашку, но это не помешало Антону Павловичу заботиться о нем и матери до самой их старости. Семен так часто и много думал о Чехове, что ловил себя на том, что, появись он перед ним, не очень и удивился бы. Своему любимцу он даже простил Тину. Рассказ с юдофобским душком. Молодая еврейка в одиночку совращает всю округу порядочных русских людей. «Небось, друг издатель Суворин, антисемит заклятый, подбил. Великим людям надо прощать слабости, как прощают близким дурной запах изо рта», – считал Семен. Тем более, что у Чехова это, скорее всего, вышло случайно. Известно, что он однажды влюбился в красавицу-еврейку, подругу сестры по высшим женским курсам, сделал предложение, а она ему отказала. Может, эта обида и застряла в душе? Ведь написал же он потом «Скрипку Ротшильда», рассказ про русского мужика, который ни за что ни про что возненавидел бедного еврейского музыканта. И только под конец жизни понял, что бессмысленная ненависть вредила больше всего ему самому. Одно слово – Чехов. От того, что решение покинуть страну наконец было принято, легче не стало. На душе продолжали скрести кошки. «Ну что ты, Сёма, так расстраиваешься?» – бормотала Фира, двигаясь по комнате, стараясь занять себя каким-нибудь делом, переставила у двери туфли, в которых пришла с улицы, задернула поглубже занавески на окнах, повернула к свету настольной лампы портрет покойного отца на комоде. Семён понимал, волнуется. «Ещё бы! Одно дело судачить об эмиграции с подругами за кухонным столом, а другое – ведь навсегда. А в одну сторону, как известно, отбывают только покойники. Ведь все к этому шло, и давно, – продолжала Фира, – вот уже 3 года уговариваю, уедем из этой жуткой страны. Ну разве ты не устал от такой жизни? Ведь угарного газа в воздухе больше, чем кислорода. Неужели собирался так жить до бесконечности?» Он пожал плечами. Что говорить на эту тему теперь, когда уже решено? Слушая бормотание жены, оценил ее деликатность. Щадит его мужское самолюбие. Не упоминает, что кроме нехватки кислорода в доме постоянный недостаток денег. В самом деле он, мужчина, не может прокормить семью на свою нищенскую актерскую зарплату. Вдвоем с женой, учительницей литературы, как-то перебиваются. Хорошо, детей нет. На какие шиши их заводить? Впрочем, что об этом теперь думать? Фири за 35 перевалило. Вдвоем среди других забот и не заметили, как молодость прошла. Но что было делать, если ни к чему другому, кроме как к актерству, Семена никогда не тянуло? С детства, с первого школьного культпохода в театр юного зрителя заболел театром. И дело тут не в первой увиденной пьесе, была она идеологически выдержанной «Хижины дядя Тома», о расизме в Америке. В то первое посещение его раз и навсегда заворожила магия театра, то ощущение высшего таинства, к
которое мгновенно охватило зал, когда погас свет, грянула музыка и пополз кверху занавес. Сердце покорилось этой магии раз и навсегда. Годами позже, уже в профессиональную актерскую бытность, однажды на вечеринке один из театральных поклонников, психолог по профессии, как-то объяснил, что магия вообще, а театральная в частности, явление антропологическое. Человеческий мозг, мол, часто не способен отличить иллюзию от действительности. Семен почувствовал раздражение. Зачем это понимать? Слишком много знаний мешает художнику. Театр он любил до беспамятства. Любил в нем все. Даже запах клейстера и иссохшихся декораций, отдававших неприличным запахом потных ног. С первых же читок новой пьесы за столом, не дожидаясь режиссерской разводки, когда все расходились по домам, он нередко оставался в театре, кружил по сцене с текстом в руках, примериваясь, где лучше стать при той реплике, где при этой. Даже поскрипывание половиц под ним вызывало в нем сладостную дрожь. Театр. Какая замечательная придумка человечества! Что была бы его жизнь, если бы не актерство? Был у него даже тайный, смешной для него самого страх. Вдруг все узнают, что за необыкновенная радость его профессия. Бросят свои скучные ремесла, бухгалтеров, шоферов, машинисток и подадутся в актеры. Но вот пошла эмиграция. Уезжать стали тихо, по одному. Кто в Израиль, кто в Америку, кто в Канаду. А то и вовсе Бог знает куда. В Австралию, в Новую Зеландию, в Южную Африку. Наконец и он доспел. Что ж, такова, значит, его планида. Будущее без театра представлялось слабо. Каким бы призрачным оно ни было здесь, дома, при переезде через границу его и вовсе отсекут. Что же, решил он с горечью, впредь так и буду представляться. Рубанков Семен Михайлович, человек с ампутированным будущим. Вызов давно лежал у жены в комоде под стопкой постельного белья. 72-летний Наум, дядя Фиры со стороны отца, уже несколько лет жил в Бронксе, на севере от Манхэттена. Писал, что все хорошо, и что хотя он живет на общественное вспомоществование, на скромную жизнь хватает, вот только близких не достает. Начались сборы, долгие, болезненные. Семен тянул отъездные хлопоты. Каждое, даже малое дело волынил. Фира не сердилась, терпела, понимала, мучается, оттягивает неизбежное. Вещей они нажили немного, но книг собралось достаточно. Читанные и перечитанные, они давно стояли в шкафу без дела. Но оказалось, что стали частью существования, и отрывать их от себя не было сил. Как быть? После немалой внутренней борьбы Семен взял с собой только охапку книг, с которыми расстаться решительно не мог. Среди них трехтомник избранных вещей Чехова в голубой суперобложке и брошюрка той самой дедгизовской каштанки. Потом были проводы. Вечеринка получилась шумной. Семен пригласил только двух коллег, актеров, с которыми дружил. Но к 12 ночи протиснуться в маленькой квартирке было невозможно. Народу, знакомого и незнакомого, набилось много. Кто-то из актерской братьи бормотал, что и он подумывает об отъезде. В Нью-Йорке все больше становится русскоязычных. Америка – страна личной инициативы. Что, если они с Семеном
возьмут и откроют частный театр. Но в голосе говорящего энтузиазма было немного. Было ясно, что говорилось так, под пьяную лавочку, для поддержания собственного духа. Никакого театра они не откроют. На этом сегодняшняя передача заканчивается. Мы продолжим исполнение рассказа Эмиля Дрейцера «Последний звонок» в одном из ближайших выпусков литературной программы. А пока я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение рассказа Эмиля Дрейцера «Последний звонок». Несколько слов об авторе. Эмиль Дрейцер – писатель, доктор филологии, профессор кафедры русского языка и литературы колледжа имени Хантера в Нью-Йорке. Под псевдонимом Эмиль Абрамов печатался в московской прессе как фельетонист – с 1975 года в Соединенных Штатах. Автор 10 книг художественной и научной прозы на русском и английском языках. Его многочисленные рассказы и эссе печатались в американских, канадских и польских журналах. О чем шла речь в первой передаче? Самуил Моисеевич Шпильман, 45 лет, со своей женой Фирой, ей недавно исполнилось 35, живет в Ленинграде, в самом центре Питера, на Мойке. Он актер, служит в одном из известных всей стране драматических театров. Она преподаватель русского языка и литературы. Он родом из Воронежа, окончил ГИТИС в Москве, вернулся в родной город, где в течение нескольких лет служил в местном, довольно добротном драматическом театре. Там его заметил в роли Фирса в «Вишневом саде» Чехова режиссер Ленинградского театра драмы и комедии и пригласил к себе. Самуил Шпильман с самого детства заворожен магией театра. Актерство – его единственное призвание. Ничто другое его не привлекает и не волнует. О своем еврействе он вспоминает только тогда, когда сталкивается с проявлениями антисемитизма. По существу он полностью ассимилирован в русской культуре вообще и в театральном искусстве в частности. Его, русского актера, очень смущает еврейское звучание его имени. Еще в ГИТИСе, понимая, что с фамилией Шпильман далеко не пойдет, взял себе сценическое имя Семен Рубанков. Знакомясь с новыми людьми, называл себя не Самуилом Моисеевичем, а Семеном Михайловичем, хотя понимал, как все это глупо. В театре все прекрасно знали, кто он по паспорту.
Семен преданно и беззаветно любит Чехова. И не только как писателя, но и как человека. Своему любимцу он готов простить даже Тину. Рассказ, как признает сам Семен, с явным юдофобским душком. Его рассуждения о Чехове носят апологетический характер. Великому писателю надо прощать слабости, как мы прощаем близким людям дурной запах изо рта. Семен так часто и много думал о Чехове, что ловит себя на том, что появись он, Чехов, перед ним, не очень и удивился бы. Увы, большой карьеры в Ленинградском театре Семен не сделал. Не всегда доставались даже маленькие роли. Свою незанятость в спектаклях переживал крайне остро. Жили они с Фирой бедно, едва сводя концы с концами на свои нищенские зарплаты. После одного из очередных распределений ролей в новой пьесе, когда ему опять ничего не досталось, Семен в сердцах решил, наконец, уступить деликатным, но настойчивым призывам Фиры плюнуть на все и подать заявление в АВИР на выезд в Соединенные Штаты на постоянное место жительства. Вскоре они получили разрешение и стали готовиться к отъезду. Будущее без театра представлялось Семену слабо. Если называть вещи своими именами, то он ощущал себя человеком с ампутированным будущим. Продолжаем чтение рассказа Эмиля Дрейцера «Последний звонок». Ночь перед отъездом Семен спал плохо. В промежутке между часами бдения промелькнул короткий сон, совсем вроде к делу не относящийся. Он в родном Воронеже, лет ему не больше 12. Он трусит по кругу во время переменки в школьном дворе. Ноги сами несут. Останавливаться совсем не хочется, как это бывает от избытка молодой энергии. Первый легкий снежок косо летит к земле, ложится на отворот курточки. Он бежит по кругу, втянув голову в плечи, вслушиваясь, чтобы не пропустить звонок из раскрытого окна. В школе всегда топили усердно, боялись простудить учеников, поэтому окна открывали. Звонка все нет и нет. И время вдруг пошло лоскутами, стало расползаться под руками, как старые отслаивающиеся от стен обои. Перед глазами, словно на запущенной для перемотки кинопленке, промелькнула вся его жизнь. Улицы родного Воронежа, студенческие годы в Москве, наполненные неясными, но яркими мечтами о славе, поездки с труппой по стране, шум аплодисментов, вздымающиеся и стихающие, как огромная океанская волна. И тут раздался звонок. Но то был не школьный звонок и непривычный мелодичный звонок на сцену, а жесткое тарахтение будильника у самого уха. Семен вскочил. Последний звонок на родине. Пора в аэропорт. Там уже ждали друзья. Приехал из Воронежа отец. Сколько Семен не пытался уговорить его ехать с ними, ничего не получилось. «Ты езжай», — сказал тот. «Это нормально для человека искать лучшую жизнь. За меня не беспокойся. Пенсия у меня военная». Бывший фронтовик, он прошел всю войну от Воронежа до Будапешта. Был дважды раненым, но возвращался в свою роту. Два ордена, медаль за боевые заслуги. «Я слишком много вложил в эту землю, чтобы ее покидать», — добавил он.
Тут могила моих родителей и 3 литра моей крови. Мое место тут. Со времени их последней встречи отец сильно состарился, стал совсем седым, опирался на палку. Семен обнял отца, но сердцем никак не мог до конца принять, что видит его в последний раз. Невозможно прощаться с живыми, как с мертвыми. Пока есть жизнь, есть и надежда. Так уж человек устроен. Поселиться решили на Брайтоне. Все-таки поначалу среди своих легче жить. Кто советом поможет, кто из старой мебели что-то даст. Фира энергично взялась за дело. Нашла в новом русском слове объявление о наборе на курсы для программистов. Проучилась несколько месяцев. И к собственному удивлению, ведь филолог, не математик по образованию. Закончила на отлично, одной из лучших в группе. Сравнительно быстро нашла работу. Благо, в ту пору по какой-то причине в Америке предпочитали нанимать программистов из национальных меньшинств, так сказать. Русских, китайцев, индусов. Семен и сам пытался освоить новую профессию, но никак не смог себя пересилить. От сухих математических строчек, от чисто мозговой, не требующей воображения работы, воротило с души. В актерском деле все по-другому. То мелькнет в памяти сцена из собственной юности, то услышишь в очереди обрывок разговора, то вспомнишь читанное, казалось бы, давным-давно, но каким-то образом засевшее в памяти. Глядишь, постепенно слепливается роль. Днем, когда сидеть дома становилось невмоготу, Семен бродил по Брайтону. Брайтон ошеломил захолустным видом, неожиданным в стране, которая представлялась не иначе, как воплощением современности. Автострады, небоскребы, полеты на Луну. И вдруг неказистые двухэтажные домишки, как в каком-нибудь российском захолустье вроде Ельца, только вместо деревенской тишины грохот. Поезда сабвея несутся здесь над землей. Прижавшиеся друг к другу тесные магазинчики, набитые продуктами, хозяйственной мелочью. На углу газетный киоск, в нем жалкие мигрантские газетки. Жуткий дух культурной провинции и лица людей, провинциальные, скучные, пребывающие, казалось, в оцепенении. Впрочем, однажды подумал он, глаза могут обманывать. Возможно, видит он других людей такими, потому что сам задеревенел. Давно заметил, когда случалось крепко выпить, весь мир казался под хмельком. А место на самом деле вовсе может быть и не такое уж скучное. И народ живой, шумный, суетящийся, будто высыпал на улице из рассказов Шолома Алейхема и Бабеля. Двигаясь скорым шагом по Брайтонскому бульвару, Семен однажды увидел на металлической колонне, подпирающей сабвейные пути, листок у школьной тетради, а на нем фломастером: «Граждане, будьте осторожны, дантист Шапира – грабитель». Впрочем, через некоторое время нашлось несколько интеллигентных людей по соседству. Художник Акуневский все сетовал, что его картины «Уголки Гурзуфа» и «Анапы» успеха в Америке не имеют. Реализм здесь давно вышел из моды. Его работы здесь даже не считались искусством. Хозяева галереи выставлять их отказывались. Еще был гроссмейстер Лев Львович.
По преклонности лет сам он уже в турнирах не играл, но нашел благодаря своей былой славе нескольких учеников и тем зарабатывал прибавку к своему пособию по социальному вспомоществованию. Но все-таки ни тот, ни другой не были своими, людьми сцены, у которых, как у людей всякой творческой профессии, один скрытый язык мгновенного взаимопонимания. Разговоры на общие темы не получались. Акуневский принялся осваивать абстрактную живопись, но Семен, хоть и понимал ее разумом, сердцем не воспринимал. Выдавливать из себя комплименты было невмоготу. Ну, а играть в шахматы с гроссмейстером и мысли даже не возникало, только позориться. Одна на Брайтоне была отрада – океан. Семен выходил на дощатый настил, идущий вдоль берега, бордвок, бродил по нему часами, и тоску немного отпускала. Рядом с неохватной, мерно вздымающейся грудью океана все, что тяготило душу, становилось приходящим, несущественным. Он вглядывался в водную даль, вбирал в легкие как можно больше свежего, бодрящего воздуха, и становилось легче. Океан напоминал летние гастроли на юге, в Херсоне, в Одессе, в Ялте. Там можно было отогреться после долгой зимы, искупаться в теплом море, подышать пряным воздухом юга, который казался особенно ароматным после пропитанного болотной гнилью питерского воздуха. Можно было поесть свежих помидоров, вишен и слив, которым обычно при его сфере нищенских зарплатах в Ленинграде нельзя было даже подступиться. Чтобы подкормить актеров, во время гастролей сколачивали летучие бригады, ездили по санаториям с концертами. После концерта устроители, как полагается, накрывали стол, кормили, поили, ласкали. За стол усаживали влиятельных людей из отдыхающих, отставных полковников или подпольных гешефтмахеров с толстыми женами, покупавшими санаторные путевки по блату. Хотя Семен и морщился от стандартных комплиментов, но втайне признавался самому себе, что все-таки слышать их было приятно. А похвала, что ни говори, необходима таланту, как грибам дождичек. Со временем он научился не принимать ее слишком близко к сердцу, как почувствуешь себя раз и навсегда на коне. Конец искусству. Он уже принимал как должное, что, несмотря на опыт, с каждой новой ролью легче работать на сцене не становилось. «В искусстве путь всегда идет вверх», – не раз напоминал он себе слова Ганса Христиана Андерсена. «По раскаленной лестнице, но к небу». Вспоминал и киносъемки. Его иногда приглашали на эпизод другой. Он был характерным актером, а центральной роли мечтать не приходилось. Ехал он без особой охоты. Ему всегда было неуютно вне дома, без фиры. На съемках о быте актеров заботились, как правило, плохо. Раза два он серьезно простуживался, воспаление легких. Да и сами съемки он не любил. Творчество в них было на понюх табака, а унижения более чем достаточно. Часто чувствовал себя не актером, а куклой-марионеткой. То так повернись, чтоб свет падал на лицо под нужным углом, то этак. Но что было делать? Жить на что-то надо было. Денег всегда не хватало, а платили за съемки хорошо. Все-таки у него хоть и небольшая, но семья, долг. Но все эти мысли помогали сейчас на Брайтоне недолго. Он понимал, что издержки актерской жизни – неизбежная часть всякого творчества. Писатель тоже перемарывает страницы
порой выбрасывают груду написанного в корзину. Искусства без жертвы в самом деле не бывает. Где-то там, на другом конце Бруклина, за мостом, был Манхэттен. Он с Фирой несколько раз отправлялся туда, на Сабвее. Жизнь там резко отличалась от знакомой брайтонской. Казалось, едут туристами в чужую англоязычную страну. Ходили в музеи Метрополитен, Гуггенхейма, в музей современного искусства. В последнем, современного, долго приходили в себя от экспозиции, в которой кругляшки собачьего кала, выполненные в литом чугуне, выдавались за поиски нового художественного слова. Бродили по пятачку Таймс-сквер и прилегающим улицам, разглядывали бродвейские афиши. Удивило, что в основном в почете были мюзиклы. Не шекспировские пьесы, а оперетки, от которых в Союзе сходили с ума лишь ограниченное число зрителей. К лицу это Нью-Йорку, столица мира. Впрочем, нашелся бродвейский театр, где шла пьеса Артура Миллера «Вид с моста». Захотелось посмотреть, что американский актер сделал с ролью, которую ему, Семену, довелось сыграть несколько лет назад у себя в театре. Недостаток языка его не смущал. Текст роли он помнил, а у хорошего актера страдания и радость понятны без слов. Фира собралась было купить билеты на спектакль, но, глянув на расценки, Семен ужаснулся. Им вдвоем вечер обошелся бы в целом как минимум в $100. Неужели в Америке театр по карману только состоятельным людям? Фира, конечно, не откажет, но было совестно. И так живет за счет жены. Позор. Он тут же принялся искать работу. Только не сидеть дома. В конце концов, он здоровый мужчина, не нахлебник. Без языка, конечно, дело непростое, но после упорных поисков он вскоре нашел место ночного сторожа в магазине медицинского оборудования. На дежурство уходил поздно вечером, отсыпался утром. Но тоска отказывалась покидать его. Она поселилась в нем прочно, похоже, навсегда. Часто видел один и тот же сон. Он в своем театре. Репетирует скетч, переделку известного анекдота. Он лежит навзничь на носилках, а двое мужиков куда-то с энтузиазмом его волокут. «Эй!» – кричит он в страхе, открывая глаза. «Куда вы меня тащите, дьяволы?» «Как это куда?» – рогочут те, пыхая вонючими цигарками. «Куда же еще тебя, милого, тащить, ежели не в морг?» «В морг!» – кричит он. «Вы что, спятили? В какой такой морг? Я же еще живой, а мы туда еще не пришли!» И он просыпался в холодном поту. Сон бередил душу. Семен уходил к берегу, слонялся по бордвоку, подняв воротник куртки, спасаясь от порывов океанского ветра. Потом возвращался домой. Дожидаясь возвращения Сфиры с работы, садился за стол, курил, думал. Ну вот я в Америке. Ну и что? Да, кругом сплошная заграница. А как жить дальше, все равно не ясно. В тот вечер он вот так же сидел в полутьме, курил. Его стало клонить ко сну. Он положил голову на согнутый локоть, почти задремал, борясь с собой и думая о том, что Фира вот-вот придет с работы, потом будут обедать, а потом ему идти сторожить магазин. Стояла глубокая тишина. Вдруг он почувствовал, кто-то рядом. Замер, прислушиваясь, но не услышал ничего.
разве что стул рядом с ним слегка скрипнул. Еще не поднимая глаз, еще не видя черной тесемки, свисающей с бледного сухого виска, еще до того, как услышал характерное покашливание легочного больного, уже знал, кто его гость. В ту же минуту он ясно ощутил, что время – не абстрактность, а плавящаяся на глазах субстанция. Как на картинах Дали оно обмякло, провисло, вот-вот закапает на паркетный пол их брайтонской квартиры, по старой питерской привычке, натертый до блеска. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда», пронеслась в голове знаменитая фраза, сочиненная его гостем, которую он любил при случае повторять. Он все еще решал, не пригрезилось ли ему это лицо в полутьме, как сидевший рядом прочистил горло легким деликатным кашлем и произнес негромко, но отчетливо: «Ну что, хозяин, чай пить будем или еще чего покрепче? Гостей, знаете ли, почивать полагается». «Черт знает, что со мной происходит», — сказал себе Семен. «Надо взбодриться, встряхнуться, привести себя к общему знаменателю». Он встал и, не поворачивая головы, прошел в ванную, плеснул в лицо воды из-под крана, вернулся в гостиную, но человек за столом и не думал исчезать. Сидел, подперев голову ладонью, и посматривал на него с добродушной улыбкой. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, а завершим чтение рассказа Эмиля Дрейцера «Последний звонок» в одном из ближайших выпусков нашей литературной программы. Пока же я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем чтение рассказа Эмиля Дрейцера «Последний звонок». Несколько слов об авторе. Эмиль Дрейцер – писатель, доктор филологии, профессор русской кафедры колледжа имени Хантера в Нью-Йорке. Под псевдонимом Эмиль Абрамов он печатался в московской прессе как фельетонист с 1975 года в Соединенных Штатах. Автор 10 книг художественной и научной прозы на русском и английском языках. Ну, о чем шла речь в первых двух передачах? Кратко я повторю вот это содержание. Самуил Шпильман, 45 лет, со своей женой Фирой, ей исполнилось недавно 35, живет в Ленинграде, в самом центре Питера, на Мойке. Он актер. Служит в одном из известных всей стране драматических театров со знаменитым режиссером. Она преподаватель русского языка и литературы.
Самуил Шпильман с самого детства заворожен магией театра. Актерство – его единственное призвание. Ничто другое его не привлекает и не волнует. По существу он полностью ассимилирован в русской культуре вообще и в театральном искусстве в частности. Его, русского актера, очень смущает еврейское звучание его имени. Еще в ГИТИСе, в театральном институте, понимая, что с фамилией Шпильман далеко не пойдешь, он взял себе сценическое имя Семен Рубанков. Знакомясь с новыми людьми, называл себя не Самуилом Моисеевичем, а Семеном Михайловичем. Семен преданно и беззаветно любит Чехова. И не только как писателя, но и как человека. Своему любимцу он готов простить даже Тину. Рассказ, как признает сам Семен, с явным юдофобским душком. Семен так часто и много думал о Чехове, что ловил себя на том, что появись он, Чехов, перед ним, он не очень и удивился бы. Большой карьеры в театре Семен не сделал. Не всегда доставались даже маленькие роли. Свою незанятость в спектаклях он переживал крайне остро. Жили они с Фирой бедно, едва сводя концы с концами на свои нищенские советские зарплаты. В конце концов, скрипя сердце, Семен решил уступить деликатным, но настойчивым призывом Фиры плюнуть на все и подать заявление в АВИР на выезд в Соединенные Штаты на постоянное место жительства. Вскоре они получили разрешение и стали готовиться к отъезду. И вот они в Нью-Йорке, в Бруклине, решили поселиться среди своих в русском районе, на Брайтоне. В ту пору наши соотечественники только начинали осваивать Брайтон, и он выглядел далеко не так ярко и презентабельно, как сейчас. Тогда он производил, ну, довольно угнетающее впечатление, в частности, на актера Рубанкова. И он ощущал какой-то жуткий дух культурной провинции, и это действовало на него действительно угнетающе. Фира же энергично взялась за дело, закончила на отлично курсы программистов, сравнительно быстро нашла работу. Семен тоже пытался освоить новую профессию, но не смог себя пересилить. От сухих математических строчек, от чисто мозговой, не требующей воображения работы, воротило с души. После упорных поисков он все-таки нашел место ночного сторожа в магазине медицинского оборудования. На дежурство уходил поздно вечером. Отсыпался утром. Вскоре нашлось несколько интеллигентных людей по соседству. Например, художник-реалист Акуневский, картины которого даже не считали здесь искусством, и галереи их не принимали. Был еще гроссмейстер Лев Львович, который по преклонности лет давно уже не играл в турнирах. Но все-таки ни тот, ни другой не были своими людьми сцены, у которых, как у людей всякой творческой профессии, один скрытый язык мгновенного взаимопонимания. Однако была на Брайтоне отрада – океан. Семен выходил на дощатый настил, идущий вдоль берега Бордвок, бродил по нему часами, и тоску немного отпускала. Рядом с неохватной, мерно вздымающейся грудью океана все, что тяготило душу, становилось приходящим, несущественным. Таково вкратце содержание первых двух передач. Мы начнем сегодняшнюю третью передачу с повторения самой концовки предыдущей, второй. Тем самым мы перебросим мостик между ними и, кроме того, сделаем третью передачу более цельной по содержанию. Это концовка, это интеграль предыдущей передачи, это интегральная часть третьей передачи. Итак, в глухой вечер
Семен примостился за столом в ожидании прихода Фиры после работы. Сам он вскоре после того, как она придет, собирается отправиться на свое дежурство. Продолжаем рассказ. В тот вечер он сидел в полутьме, курил. Его стало клонить ко сну. Он положил голову на согнутый локоть, почти задремал, борясь с собой и думая о том, что Фира вот-вот придет с работы, будут обедать, а потом ему идти сторожить магазин. Стояла глубокая тишина. Вдруг он почувствовал, кто-то рядом. Замер, прислушиваясь, но не услышал ничего, разве что стул рядом с ним слегка скрипнул. Еще не поднимая глаз, еще не видя черной тесемки, свисающей с бледного сухого виска, еще до того, как услышал характерное покашливание легочного больного, уже знал, кто его гость. В ту же минуту он ясно ощутил, что время не абстрактность, а плавящаяся на глазах субстанция. Как на картинах Дали, оно обмякло, провисло, вот-вот закапает на паркетный пол их брайтонской квартиры по старой питерской привычке, натертой до блеска. Он все еще решал, не пригрезилось ли ему это лицо в полутьме, как сидевший рядом прочистил горло легким деликатным кашлем и произнес негромко, но отчетливо: «Ну что, хозяин, чай пить будем или еще чего покрепче? Гостей, знаете ли, почивать полагается». «Черт знает, что со мной происходит», — сказал себе Семен. «Надо взбодриться, встряхнуться, привести себя к общему знаменателю». Он встал и, не поворачивая головы, пошел в ванную, плеснул в лицо воды из-под крана, вернулся в гостиную. Но человек за столом и не думал исчезать. Сидел, подперев голову ладонью, и посматривал на него с добродушной улыбкой. Уже не удивляясь, Семен прошел на кухню и поискал в шкафчиках чашки и блюдца. Потом кинулся к холодильнику. «Пиво, что ли, открыть?» — мелькнуло у него. «А стаканы? В механической мойке должны оставаться мытые. Где Фиру, черт, носит?» Ругнул он мысленно жену, хотя и знал, что это несправедливо. После работы она, если и задерживается, то только потому, что заходит по дороге домой в супермаркет, купить, что нужно, к обеду. «Мамочка родная, я, кажется, и в самом деле верю, что у меня в гостях Антон Павлович. Неужели у меня, в конце концов, крыша поехала? Если так, то дело плохо. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет лучше посох и с ума. Нет лучше труд и глад. Вот ведь чего Пушкин больше всего боялся. Ни измены жены, ни пули Дантеса, а потери разума. Да уж этому не позавидуешь». Вдруг его охватила необычайная бодрость, какая бывала на генералке, когда он знал, что роль получилась. Откуда-то во всем теле возникла энергия, какой он уже давно в себе не помнил. Он достал с полки чашки, блюдца, чайные ложечки, пока нес посуду к столу, почувствовал радость. «Ах, значит, все-таки я волнуюсь!»
каким-то другим счетом пронеслось у него в голове. За все американские мои месяцы впервые по-настоящему волнуюсь. Как это, оказывается, замечательно волноваться, черт побери, волнение – это и есть жизнь. Щелкнул, закипев электрический чайник. Семен понес его к столу, но еще раз взглянуть гостю в лицо не решился. Только и увидел перед собой тонкие руки, выглядывавшие из обшлага темного старомодного покроя пиджака в серую полоску. «А, была не была!» Замерев сердцем, сказал, не поднимая головы. «Здравствуйте, Антон Павлович!» И в ответ услышал. «Здравствуйте, Семен Михайлович!» От звука голоса, негромкого и приятного, Семен совсем оторопел. Стал разливать чай в чашке, как вдруг улыбнулся догадке. Как же он сразу об этом не подумал! Все просто! Его разыгрывают. Акуневский или Лев Львович, оба с чувством юмора, решили подшутить, уговорили какого-то эмигранта, тоже актера, бывшего, тоже высокого роста, как Чехов, загримироваться под писателя, а уж старинную тросточку да пенсне на эти съемки в американском антикварном магазине найти нисколько не трудно. Краем глаза снова взглянул на гостя. Ну, просто вылитый. Если и грим, то первоклассная работа. Ладно, разберемся. Поведу себя осторожно, чтобы не доставить шутникам слишком много удовольствия. И хотя таким образом все объяснялось, Семену вдруг стало душно. К чаю он еще не прикоснулся, а его уже прошиб пот. Пол под ним стал крениться и уходить из-под ног. Семен собрал все силы, чтобы удержаться от падения, заставил себя сесть на стул рядом с гостем и принялся пить чай, лихорадочно думая, как бы вывести хохмачей-самоучек на чистую воду. «Попрошу автограф». А потом, когда Акуневский начнет смеяться, покажу. Знал, мол, что разыгрывают. Вспомнил, что на голубой суперобложке чеховского трехтомника, который привез с собой, факсимили подписи писателя. По ней и сверит. Пусть тогда попробует отвертеться. Гость как будто тут же прочитал его мысли. Потянулся к полке и без ошибки, словно знал заранее, вытянул тоненькую брошюрку каштанки. Хмыкнул удовлетворенно и на форзаце, неизвестно откуда взявшейся шариковой ручкой, начертал Семену Михайловичу Рубанкову на память о встрече на Брайтоне и расписался. «Свидетель!» – пронеслось в голове Семена. «Нужен свидетель! Надо потянуть время. Вот Фира придет, и все станет на свои места». Но ждать не было никаких душевных сил. Нужно было что-то предпринять, и немедленно его вдруг осенило. Как же это ему сразу в голову не пришло? «Ну, что мы сидим в духоте, Антон Павлович?» – сказал Семен как можно спокойнее. «Пройдемся, что ли? Покажу Брайтон». «Обожаю прогулки», — сказал гость, ничуть не смутившись. Взял тросточку, на минуту зажмурившись, снял пенсне и, протерев фланелевой тряпочкой, сунул в карман. «Я готов». Семен пропустил гостя к двери и двинулся за ним на дрожащих ногах. В 10 шагах от дома встретился черный парнишка Чарли, грузчик в соседнем продуктовом. «Хай, Чарли!» – сказал Семен. «Знакомься, Антон Павлович Чехов!»
«Хай, Тони!» – сделал ручкой Чарли и ощерился в улыбке. «Да, свидетель так себе», – подумал Семен. «Надо найти кого-нибудь из наших». Он повел гостя на «Бордвок», который уже наполнялся прогуливающимися парами. Никто из них не обращал внимания. Семена опять объяло беспокойство. Но негритенок-то поздоровался с гостем. В ту же минуту бывший актер заметил среди прохожих знакомую фигуру старика-поэта по прозвищу Коршун. Прозвали его так из-за неистового, из-под мохнатых бровей, взгляда пронзающих глаз. Да и походкой он двигался боком, слегка волоча ногу и горбясь под тяжестью тяжеленной сумки на плече, набитой томиками стихов собственного сочинения, даже походкой он напоминал раненую, неспособную взлететь птицу. На родине он был членом Союза писателей, в Москве жил в большом писательском доме в возле метро «Аэропорт», его книги выходили в центральных издательствах хорошими тиражами, по прежним советским понятиям он был богат, водил «Москвич», был несколько раз женат на молодых веселых женщинах. Но успех, видимо, вскружил ему голову, и с фронды, желая угодить друзьям-писателям, стал писать дерзкие стишки, которые стали ходить из рук в руки, попали в сам издат. У него начались неприятности. Из союза его исключили, из дома выселили, а веселые молодые женщины потеряли к нему всякий интерес. В конце концов он очутился на Брайтоне. Здесь он бродил по ресторанам, подбирался к обедающим и, не давая времени опомниться, бросал на стол изданную на собственное сбережение книжонку, провозглашая сиплым драматическим голосом: «Последний сборник! 10 лет творческой работы! Полная цена – $12, доллар за год галерного писательского труда. Согласитесь, это немного, но с вас я возьму только 8, ни цента больше». Когда старик приблизился, Семен махнул ему, сказал нервным голосом: «Григорий Осипович, посмотрите, кто к нам пожаловал. Антон Павлович». Коршун на минуту замер, сверля окликнувшего и его спутника своим пронзающим взглядом и шевеля мохнатыми бровями. Затем сорвал сумку с плеча, выхватил из нее тощую брошюрку и ринулся к гостю. «Дорогой мой, окажите честь собрату по перу, примите в дар. Вы хоть мои последние стихи прочтете, вы только взгляните на них!» Он вскинул в широком жесте руку в сторону прохожих. «Разве их поэзия интересует? В России за мной КГБ гонялось, читали каждую запятую, на допросы таскали, а там я был еще подмастерьем. Здесь создал свои лучшие произведения, а им наплевать, отказываются читать. Хотите знать, что их волнует, я вам скажу. Какая капуста в гастрономе International Food лучше, квашеная на прованском масле или маринованная с брусникой, а? Стоило из-за них терпеть гонения и страдать. Вот народец!» Семен еле отбился от него, заслонил гостя, у которого вдруг начался приступ кашля. И тут Семен заметил, что фонари вдоль деревянного настила снялись со столбов и поплыли в вечернем воздухе. У него заломило в висках. «Я иду по Бордвоку с Чеховым. Шутка. Все это не более чем глупая шутка. Но так и должно быть. Если все в жизни принимать всерьез, можно и в самом деле сойти с ума». И вдруг, без всякой видимой причины, его снова охватило чувство безмерного счастья, что движется, чувствует, живет. Но продолжалось это недолго.
Через какое-то время радость угасла, и взамен пришло чувство какой-то не вполне ясной, но непоправимой беды. «Антон Павлович, — сказал Семен через силу, — ни для чего другого, как для того, чтобы подавить охватившую его тревогу. Послушайте, может быть, удастся пересмотреть ваш диагноз. Раз вы уже здесь, почему бы вам не сходить к доктору?» «Что я такое стал молоть?» — мелькнуло у него в мозгу, но его понесло, и он продолжал. «Бывшее светило советской медицины, член-корреспондент Академии наук, без американской лицензии пропадает зря. Он мог бы вам помочь, ваш, скажем так, недуг, ему почему-то показалось неудобным произнести слово «туберкулез», теперь запросто в Америке лечится. Все-таки без малого 100 лет медицинского прогресса». Гость мило рассмеялся. «Спасибо за заботу, Семен Михайлович. Боюсь, несколько поздновато». Они еще некоторое время гуляли по Брайтону. Зашли в гастроном International Food. Гость там снова излег из кармана пенсне, с любопытством посмотрел на свисающие с потолка колбасы, на разносолы в бочонках, на пирамиды тортов, на круглобоких дамочек, толпившихся у прилавков, с важно сосредоточенными лицами, как будто они выбирали не еду, а отрез на бальное платье. Семен почувствовал усталость. В какой-то момент ему даже показалось, что он вот-вот упадет от изнеможения. Словно почуяв это, гость стал раскланиваться. Надо, мол, побыть одному, как творческий человек, Семен должен его понять, приподнял шляпу. «Кланяйтесь от меня вашей супруге, Семен Михайлович. Как ее, простите, зовут? Фира? Фира. Эсфирь, значит. Что же? Кланяйтесь от меня вашей Эсфири». Потом он негромко свистнул, и откуда-то из глубины магазина выскочила рыжая собака, помесь таксы с дворняшкой, с умной лисьей мордочкой, с пушистым, загнутым вопросительным знаком хвостом. Гость почесал у нее за ухом, она еще сильнее завиляла хвостом от удовольствия, и когда он повернул к океану, побежала у его ног, время от времени приподнимая голову и стараясь заглянуть ему в лицо. Семен глубоко вздохнул. Вместо обычного брайтонского запаха, смеси солоноватого океанского воздуха и бензинного перегара, остро пахнуло древесными стружками, лаком и клеем. Он заторопился домой, повернулся на каблуках и, не оглядываясь, быстро зашагал по набережной. Из репродуктора на крыше кафе доносилась какая-то незатейливая песенка. «Фира, наверное, уже давно дома и недоумевает, куда он запропастился. В самом деле, что он здесь делает в этот час? Почему его занесло, бог знает, как далеко от дома, от Питера, от родного Воронежа?» Он ощутил на разгоряченных щеках прохладу. Замелькали косо летящие к земле снежинки. Время стало слоиться, и в его лоскутах увиделся школьный двор и мальчик, бегущий по кругу в ожидании звонка, возвещающего конец переменки. Перед тем, как ускорить шаг, Семен не выдержал и оглянулся. Неподалеку, на пляже, у самой воды, в неверном свете качающихся на ветру фонари, стоял высокий, худощавый мужчина в пенсне, в соломенной шляпе с черной лентой. На нем было элегантное пальто старомодного покроя, а в руке тросточка, которую он в раздумье ворошил прибрежную гальку. Он вглядывался в густеющую мглу океана, щурился в улыбке, что-то бормотал себе под нос и немного покашливал. У его ног вертелась рыжая собака.
Она то и дело поднимала лисью мордочку и внимательно смотрела на волны, будто ожидая, что из них вот-вот вынырнет нечто такое, что удивит и обрадует. Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой неделе, если вы помните, у нас закончился цикл передач, состоящий из трех передач, основанный на рассказе Эмиля Дрейцера «Последний звонок». Я решил, что после того, как прозвучал рассказ, исполнение этого рассказа, рассказа эмигрантского по содержанию, наверное, прямой смысл имеет побеседовать с автором, чтобы теперь, когда вы познакомились с одним из его произведений, можно было бы как-то поближе познакомиться с тем, кто своим пером все это начертал, кто создал литературное произведение, послужившее основой для телевизионной нашей версии. Итак, сегодня гость нашей студии – Эмиль Абрамович Дрейцер. Я приветствую его от вашего имени. Эмиль, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, мы как с вами построим эту передачу? Немножко о вас. Когда вы войдете в звездный литературный статус, это будет неприлично говорить. Вас все о вас будут знать. До этого далеко. Пока еще, значит, надо немножко сказать, чтобы люди получше о вас знали. Это первое. Второе, мы кратко перечислим хотя бы некоторые из огромного количества книг, которые вы за свою труженическую литературную жизнь написали. Вот. И третье, это надо поговорить о рассказе, который прозвучал в эфире. Итак, о вас немножко. Начну я с... Первый вопрос такой. По-видимому, я не ошибусь, если скажу, что вы были мальчиком из обычной еврейской интеллигентной семьи, в данном случае одесской, так, что-нибудь 50-х годов, когда вы кончали школу, да, вот, которому родители строго-настрого наказали идти в технический вуз, потому что это дает надежную специальность, так сказать, хлеб насущный, а уж о твоих там литературных страстях подумаешь потом. Точно? Конечно. Картина такая. И вы закончили Одесский политехнический, да? Да, сначала Одесский политехнический. Так, а пришлось ли вам поработать по этой специальности? Да, пришлось поработать, конечно, по направлению. Я поехал в район, в Киев. Да. Меня послали. Я работал 3 года мастером монтажного управления, работал на трассе и так далее. А потом еще несколько лет работал в лаборатории, технических новшеств, тоже по... Это Министерство газа, нефти и газа. Поэтому. И только уже гораздо позже мне удалось, отдельный разговор о том, как это удалось, стать редактором технической литературы издательства «Недра», где я проработал. Да, это моя постоянная была работа до конца, до отъезда. Это редакторская работа. А с 65-го года вы начали печататься, вы начали писать художественную, да, fiction and non-fiction, то есть самые разные произведения, и вы печатались и в «Крокодиле», и в литературной газете, и в журнале «Юность». Несколько слов. В «Крокодиле» вы были просто чуть ли не постоянным корреспондентом, да? Ну да, у меня было, в общем-то, не сразу, но, в общем, через
по-моему, года два после сотрудничества мне дали официальное удостоверение корреспондента «Крокодила». В то время, как вы знаете, это было, ну, наверное, после удостоверения КГБ следующий по силе своей. Ну, конечно, естественно, так сказать, вопрос был только в том, что, скажем, приехав в какой-то провинциальный город, я мог быть уверен, что я найду место в гостинице. Вот, пожалуй, все мои... Это большое преимущество. Как много гастролировавший, я очень хорошо понимаю это преимущество. Вот. А скажите... Вот когда вы работали, я возвращаюсь чуть-чуть, работали по специальности инженерной, это очень вам тянуло душу? Или ничего, как-то работалось? Не, ну, конечно, мне это было неинтересно никогда, в общем-то, можно сказать, особенно, потому что уже находясь, еще учась в Одесском политехническом институте, я чуть ли не в первое же лето, во-первых, пошел в драматический кружок, где я первый раз, так сказать, почувствовал, что такое сцена и так далее. А потом, через год, образовался студенческий театр «Парнас» в Одессе, где начинали Жванецкий, Ильченко и тогда он был Карцев. Карцев, да. На самом деле его фамилия, конечно, не Карцев, но неважно. В самом случае, да, я знаю, что он не Карцев. Это было понятно. Я даже знаю, какая. Да, так что меня, конечно, тянуло это прежде всего. Это было то, что занимало меня главным образом. Но под конец моего, так сказать, учебного, в смысле, под конец института, к 60-му году, и стал вопрос, я думал серьезно, так сказать, об актерской карьере, но потом, взвесив, решил, что, пожалуй, я этим заниматься не буду. В рассказе «Последний звонок» чувствуется это ваше, это поветрие внутреннее, струя ваша. Да, хорошо. Ну, еще знаете, что мне интересно, и думаю, телезрителям тоже будет интересно. Раз вы так тесно сотрудничали с юностью, с литературой, литературка была цвет в окошке в те годы, правда? Вот, Чаковский Александр Борисович, с кем вы там общались? Ну, в основном я, в общем-то, и печатался, и общался в основном со штатом 16-й полосы. 16-я полоса, но клуб 12 стульев. А, клуб 13. Клуб 12 стульев. 12 стульев, а полоса 16. Да, и, конечно, во-первых, там был редактором был Виталий Резников, и основной, конечно, был Илья Суслов. Он был заместитель. Да. Он сейчас в Америке, по-моему. Он в Америке, да. Он потом работал. Он уехал, кстати говоря, в Америку раньше меня еще на год. Еще раньше вас. Еще раньше меня. И он работал на «Голосе Америки» довольно долго. Да, знаю. Потом работал в журнале «Америка». Да. Вот. Он главным мотором этой 16-й полосы, да? Да. Он был, так сказать, основным мотором. Хотя официально был Веселовский, заведующий, с которым я, конечно, встречался. Но она была чертовски популярная. Да, все упивались. Да. А как насчет юности? Как там? В юности был, опять же, отдел юмора. Дело в том, что все, что я писал, почти все, что я писал, будучи в Советском Союзе, было в жанре сатиры и юмора. И должен сказать, что меня это самого удивило, когда я начал этим заниматься, поскольку я по натуре, в принципе, не весельчак, как говорится, да? Но так получилось, что когда первый раз принес какую-то редакцию, какой-то очерк лирический, они посмотрели, да, хорошо написано, говорят, ну, вы откуда? Я говорю, из Одессы. А, не морочите голову, напишите фельетон. И вот так получилось, что я начал пробовать себя в этом жанре, и довольно быстро все выяснилось, что действительно... Одесса – это визитная карточка. Это, ну, просто дело в том, что там юмор – это часть жизни, это этот иронический настрой в воздухе, и потом, хочешь, не хочешь, это проникает в тебя, неважно, насколько ты... И вообще советское общество, по-моему, до сих пор и постсоветское, оно как струи воздуха, оно просит все время что-то такое, чтобы дали возможность посмеяться от души, правда? Ну вот, поэтому я сотрудничал в юности, вы спрашивали о юности, в отделе там был «Зеленый портфель», такой юмористический отдел, и там был Виктор Славкин, который в дальнейшем стал драматургом и так далее. Вот он, значит, там печатал мои... Это рассказы. Очень интересно, вот это ваш круг общения там был, да? Вы вообще в Москву потом переехали, да? Да, ну я, в общем, работал в подмосковной лаборатории, это было... примерно, ну, час езды от Москвы, поэтому я потом переехал уже в Москву. А потом переехали, да? Да. Вы ведь учились на еще на высших каких-то курсах журналистских, да? Институт журналистского мастерства при Доме журналистов. При Доме журналистов. Это были двухгодичные курсы, поскольку я в то время уже работал редактором, и, так сказать, я закончил эти курсы, как, так сказать... А это без отрыва от производства? Без отрыва от производства. Вечерами? Это вечерами в течение 2 лет. И это вам что-то дало, да? Ну, как, это в основном редактура, так сказать, редактировать, так сказать, тексты. Но должен сказать, что я думаю, не думаю, что есть, что нужно было что-то такое
что такое знать для того, чтобы писать рассказы или фельетоны. Это да. Нужно было просто много читать. Я думаю, что на самом деле очень простой, так сказать. Пастернак, отвечая на вопрос одного моего старого товарища, который спрашивал его, нужно ли пойти в литературный институт имени Горького. Слушай, я пишу стихи давно. Пастернак сказал, что это, в общем-то, ничего, можно писать. Он ответил, что упаси Боже. Ни одного поэта, который получился вследствие прохождения курса литературного института, я не знаю. Ну кто-то был поэтом до. Ну, вы знаете, это другая школа, я не хочу отвлекаться. В Америке это по-другому смотрят. В Америке довольно в последнее время, особенно широкая сеть специальных, даже у нас, в моем колледже, есть на английском отделении, есть отделение художественной литературы. И туда принимают всех. Кто хочет пытаться. И должен сказать, что с течением времени я, вот, как, в общем-то, пишущий человек, я вдруг понимаю, что, в общем-то, какая-то школа просто... Ты, конечно, можешь сам ко всему этому прийти, но она, как бы, знаете, как науки сокращает нам опыт и быстротекущей жизни. Совершенно верно. Вы сняли у меня с языка. Совершенно верно. И какие-то вещи я бы, конечно, бы как раньше обратил внимание, потому что делал все это интуитивно, знаете, и так далее. Поэтому я не вижу ничего зазорного. Нет, зазорного я не вижу. Хотя это, конечно, не прибавляет себе ничего другого. Ну, Пастернак немножко заострил свою мысль. Ну, все правильно, все правильно. Это гипербола. Да. Чуть-чуть. А тем более еще советская школа, не забывайте, где наверняка бы речь шла о каких-то канонах, да. Шоры. Шоры, конечно, конечно. Теперь скажите, пожалуйста, вы уехали очень давно, в 74-м году. В 74-м году, кстати говоря, не так просто, по-моему, было еще уехать. Ну, вы знаете, был такой перерыв, это был период, такой короткий период между... Мне просто повезло, в общем, какие-то мне везения были в жизни. Это когда отменили, так сказать... Вы еврей, которому везло? Ну, вот рано. Ну, вот представьте, ну, я не могу сказать, что все время везло, все-таки... Быть евреем – это уже большое невезение было. Поэтому хоть что-то. Я это имел в виду. Но был период после отмены налога на образование. Был какой-то период, когда, видимо, так сказать, решили дать показать что-то, так сказать, что есть, ну, и все в порядке и так далее. Поэтому я, в принципе, ждал 3 месяца разрешения. Меня выпустили. Но, конечно, все равно задним числом я понимаю, что был риск. Что мой, так сказать, друг, который тоже был журналистом, все то же самое. Его 9 лет продержали в отказе. Почему до сих пор никто не он? Знает. И понятия не имею. Я думаю, что это на самом деле, поскольку я вам говорил, что сейчас моя следующая работа об эмиграции, это было не случайно. Это было специально сделано так, чтобы вы не могли вычислить. Отпустить. То есть риск ваш. Иначе бы люди знали, а, у меня такая же биография, меня отпустят. Отпустят. Ничего нет, подобного. Нет, подумай, почеши затылок. Совершенно верно. Вообще Софью Власьевну не всегда можно было понять. Она была в чем-то весьма изощренной. Ну, в этом смысле, скажите, да. Скажите, Эмиль, вот сатира, юмористика всякого рода, анекдоты. Это что, ваше основное литературное какое-то призвание? Или, судя по рассказу «Последний звонок», по-моему, вы пошили немножко. Ну, да, но дело в том, что вопрос довольно простой, потому что я думаю, что, во-первых, в России это только начинал, в общем-то, писать. Думаю, что вот единственное, что я мог, в каком жанре мог, как говорится, подвязаться, это в жанре газетного фельетона или короткого юмористического рассказа, которым было место, куда появиться. Попасть в какой-то толстый журнал, это совсем другая литература. И потом, я об этом пытаюсь сейчас написать вот в новой книге, в которой я работаю. Что я мог сказать, кроме... Знаете, писательство все-таки очень личная вещь. Неважно, о чем вы пишете, все равно вы говорите о себе так или иначе. Поэтому в те годы рассказать о том, что значило быть еврейским мальчиком в Одессе послевоенные годы, я думаю, что литература не имела бы, не нашла бы издателя, одним словом. Вы понимаете, в то время, в то время. Сейчас другое дело. Но вы написали потом такие воспоминания. Я написал уже в Америке. Да. Ну вот, а когда я приехал в Америку, то я думаю, что иммиграция сама по себе – это большая тема. Я помните, конечно, знаете, когда у Хемингуэя спросили, вот как он насчет сюжета, насколько ему легко найти сюжет и так далее. Речь шла, так сказать, испанская война и другие. Он говорит, послушайте, война – это уже сюжет, вам не надо искать. Иммиграция – это уже сюжет. Сюжет. Иммиграция, неважно, как сложилась ваша жизнь здесь, это слом судьбы, это перелом, это то, что вложено как бы в структуру любого драматического произведения. Какой-то перелом, какая-то новая смена обстановки полностью. И поэтому, естественно, она заставляет и задуматься. Поэтому здесь я начал писать серьезные рассказы. У меня такое ощущение, что вы недолго думали.
Потому что ваше, так сказать, резюме и вообще ваш послужной список говорит о том, что вы брались за все, успешно продвигались, достигали целей, получали образование американское и писали, писали и писали при этом. Да, ну, вы знаете, это хорошо сказать, знаете, когда через запятую. На самом деле, если разобраться, у меня ушло на то, чтобы, скажем, получить место в университете 15 лет. Да. Я закончил аспирантуру в Лос-Анджелесском университете. Да. На это ушло 3 года учебы, угу. Потом еще 2 года диссертацию. PhD. Да, докторская, да, PhD. 2 года диссертация, а потом еще 3 года ушло на то, чтобы найти место. Да. А потом, найдя место, еще понадобилось 5 лет, чтобы тебе дали так называемую постоянную работу, tenure. Угу. Поэтому на все ушло 15 лет, поэтому я не думаю, что это так через запятую можно сказать. Ну, конечно, запятая, это проще всего, да, поэтому, господи. Да. Но, да, но единственное, что, так сказать, я, так сказать, действительно понял, что вот в Америке нельзя сидеть, как говорят американцы, на своих собственных руках. Да, ну вы явно не сидели. Поэтому, вы да. приехали сравнительно молодым человеком, с семьей один? Я приехал с семьей, у меня был с сыном, тогда женой и сыном, моему сыну было 1.5 года, вот, родился в Москве, поэтому он не может быть президентом Америки. Вот это жаль, ну что, иначе бы наверняка. Да. Вот, и скажите, а как с английским было, когда вы приехали? Ну как, английский был, в принципе, на уровне школы, я учился в школе, и, ну, как в институте, там эти, так нужно было сдавать. В общем, пришлось поработать. Конечно, конечно. Сейчас вы ведь пишете свои произведения некоторые на английский, и переводите их на английский. Да, да, но все равно, конечно, это не родной язык, и это не язык, которым я... Хотя у меня были попытки, я написал несколько рассказов на английском, но все-таки я понимаю, что это как бы, ну, знаете, прыгать с связанными руками за спиной, с высоты. Это, конечно, сложно. Вот скажите, вы постоянный профессор Хантер Колледжа, да? Вы там больше общаетесь с русскоязычными, то есть изучающими русский язык студентами, да? Да. А как, так сказать, удельный вес английского в рабочем таком общении? Высокий. То есть вы подпитываете себя разговорной практикой? Ну, английский, я не думаю, что разговорный английский мне что-либо, так сказать, дает. Я все равно пишу, художественная проза идет, так сказать, отсюда, из подсознания. Конечно. А там русский, конечно, которым я себя выражаю. Да. Поэтому, но английский у нас, в общем-то, я думаю, что меня взяли в этот колледж, поскольку я был как бы двуязычный. Одним словом, я веду лекции на, скажем, о кино на английском языке, но, скажем, класс короткого рассказа, русского рассказа на русском языке. Поэтому, так сказать, есть возможность и того, и другого. Потом, в основном, наши студенты, в основном, дети иммигрантов. А все-таки? Да. Но они плохо знают русский, да? Они... Да вы знаете, смотря кто когда приехал. Кто когда приехал. Некоторые приехали сюда детьми. Угу. И приходят, и потому что их бабушки заставляют. Бабушки. Пойди, пойди. То есть они могут говорить что-то, но они не могут читать иногда, не могут писать. Читать труднее. Да, поэтому они приходят для того, чтобы изучить. Скажите, пожалуйста, Эмиль, что такое technical writer? Вы были в Калифорнии, там, каким-то technical writer. Ну, вот, видите, я вам рассказывал, сколько понадобилось времени, чтобы, так сказать, получить докторскую. Вот, пока я писал диссертацию, значит, первые 5 лет, когда я учился в университете, меня поддерживали, мне дали part-time работу, то я преподавал русский язык, будучи аспирантом. А потом это кончилось, они 5 лет достаточно, и я нашел место в Hughes Aircraft, большой корпорации, как... Ну, я бы сказал, по-русски это, ну, как бы составитель технической документации, бы сказал. Тогда то есть нужно понятно. Было обладать каким-то стандартным английским, более-менее несложным, и поскольку все-таки у меня был все-таки у меня был инженерный, так сказать, нежное прошлое, я просто разобрался, о чем там речь идет. Я работал довольно успешно 4 года, пока не получил место. В общем, это нужно было, чтобы хлеб насущный, правда? Ну, конечно. У меня семья была, а как же я не мог? Как же, да-да-да. Ну, прекрасно. Время идет, поэтому давайте очень кратко познакомим телезрителей с вашими книгами. Мы добрали 9 штук только из всего многообразия ваших книг. Ну вот, например, «Пещера неожиданности», буквально 2 фразами. Ну, это первая книга рассказов, которая вышла в Нью-Йорке,
котором собрана часть рассказов, написанных в Союзе, и часть уже написана уже здесь. Да? А вот это по-английски написано, да. Supervisor of the Sea. Да, это сборник, который вышел на английском языке. У меня просто несколько моих рассказов получили премии в штате Нью-Джерси. В штате Нью-Джерси вы, да, приняли, и, да. Вы и гранты получали, да, всякие, да? Да, да. Ну, угу. Гранты просто так не раздаются, это, да, какой-то всегда конкурс. Это конкурс. Да, и поэтому, когда получил, что один из рассказов опубликовали в журнале Partisan Review, угу, мне этот издатель позвонил и предложил сделать сборник. Ну, таким, да, образом появился. Вот любопытная книжка на русском «Кто ты такой?» называется. Да. Ну, это моя, в общем-то, последняя книга на русском языке, опубликованная, да, поскольку она как бы автобиографическая книга, так сказать, в которой я рассказываю о себе, о своей семье, что было. Ну, в частности, это история русского еврейства с 1945 по 1953 год, то есть сразу после войны, да, до смерти Сталина, да, так, да, сказать, да, в этот период, наиболее, да, драматический период. Ну, вот она, понятно, сейчас выйдет на английском. Это ваше отрочество и ранняя юность. Совершенно верно, да, ну, считайте, да, что это, да, это две книги, детство и отрочество. Да, детство и отрочество. Ну, пишите еще университеты. Вот, тем более, что к университетам вы имеете прямое отношение. Мои университеты будут звучать напрямую. Не в переносном смысле, да. Вот, интересно. Интересно, русские поэты 19 века. Да. Это, наверное, пособие для, да, студентов. Да, это пособие для студентов. Дело в том, что часть наших, это издательство «Эрмитаж» выпустило, mm-hmm, поэты 19 века, поэты 20 века. Поскольку уже появилось новое поколение в русскоязычных семьях, которые, mm-hmm, в общем-то, родители хотят, чтобы дети знали русскую литературу. И вот, да, для них были изданы эти книги, эти собраны самые лучшие. Это 19 век, а это, да, я показываю, это 20 век. Издательство «Эрмитаж», для того, чтобы, так сказать, дети знали эту поэзию. «Эрмитаж», да, – это Игорь Маркович Ефимов, да? Да, совершенно верно. Ну, совершенно, да, верно. Я с ним тоже знаком. Вы с ним, конечно, хорошо, да, знакомы, mm-hmm, да? Вот. Это близкий был к Бродскому человеку. Да, совершенно верно, ленинградского круга. Да, mm-hmm, да, да. Так, а это «Forbidden Laughter» – это запрещенный или недозволенный? Недозволенный смех. Недозволенный, да, смех, да? Да. А-а. Это уже ваша сатира? Да, нет, это... Вернее, нет, вы коллекционируете. Это был здесь просто был сборник анекдотов, да, советских, которые, да, как, да, казалось, да, бы, все знают. Но дело, да, в том, что он случайно мне принес довольно много внимания, mm-hmm, со стороны американской прессы, включая «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», потому что тогда началось, так сказать, вторжение в Афганистан, поэтому все, что касалось русской тематики, немедленно приобрело интерес. Потому что вторжение в Афганистан – это было проявление высочайшего юмора со стороны старцев, ну, да, в Кремле. Но, на самом деле, здесь это не было бы воспринято в Америке как юмор. Как юмор. Но к вам интерес был огромный. Да, был интерес огромный. Потому что я знаю, я слышал со стороны, что в это время вы были на расхват. Да, во всяком случае были телевизионные передачи, и радио, и телевидение, и так далее. Потому что всех интересовало. Оказывается, честно говоря, я эту книгу, и по этому поводу было много всяких, да, в моей собственной биографии были, да, последствия этой книги. Дело, да, в том, что когда она вышла и получила такую широкую publicity, одну из статей в Washington Post перевели на русский язык «Голос Америки». Mm-hmm. И журнал «Крокодил», который меня печатал в течение 10 лет, написал, как говорится, разгромную статью обо мне. Yeah. Кто я такой, не знать, не знает. И вот он себя представляет. Одним словом, короче говоря, что я продался Пентагону. То, учитывая, что тогда я был аспирантом, я думал, если бы Пентагон хоть что-то мне дал. Ничего подобного. Вам ничего не отвалилось. Я обломилась. Самое смешное, потому что, в общем-то, книга была не только политическим анекдотом. Вы знаете, там, в смысле, собраны самые разные. Моя задача была как бы доказать американцам, с тем, что я столкнулся. Большинство, да, американцев не верили, что у русских есть чувство юмора. Да. И я пытался доказать, что есть на самые различные даже как мы не очень уверены в чувстве юмора, ну, у американцев. Да, да, да. Потому, да, что на этот счет очень хороший рассказик юмореска есть у Жванецкого. Потрясающе. Угу, угу. Больше не будем рассматривать книги. Давайте, у нас осталось буквально 2 минуты. Угу. Несколько слов о вашем рассказе. Если можно кратко. Значит, как возникло это, какой был, так сказать, творческий позыв, что вас подвигло на последний звонок, рассказ грустный, yeah, но рассказ совершенно правдивый, искренний, он очень отвечает нашим чувствам. Может быть, любовь к Чехову, может быть, эмигрантское переживание. Ну, конечно, любовь к Чехову, да, разговора, yeah, быть не может. Конечно, любовь, mm-hmm, к Чехову, само собой, я его, да, можно сказать, перечитывал много раз, mm-hmm, будучи там, и все под каким-то обаянием его творчества. Но, конечно, это, я думаю, тема, во-первых, тема, которая меня волнует, это тема евреев в русской культуре.
Что вот с одной стороны, он, у него нет другой культуры. Это русская культура, его культура. Вся остальная культура, как вы знаете, была уничтожена. Да. Буквально, в буквальном смысле слова, в 52-м году. Знаю. Выстрелом в затылок лучшие поэты и писатели. Да. Я же не говорю о том, что язык, актеры. Я же не говорю о том, что язык, конечно, тоже, так сказать, идиш был практически. Да. Одним словом, вот, так сказать, поэтому, понимаете, вот такая некоторая безысходность судьбы. И там, и здесь. Он недаром, мой, так сказать, герой недаром уехал оттуда, потому что он не видел будущего для себя там. Хотя и понимал, что здесь нет будущего. Одним словом, вот такая коллизия, которая, конечно же, гораздо шире, чем просто речь идет об актере. Я думаю, что это и писатель, это и художники, и многие другие. Хотя, конечно, есть много примеров тому, что, скажем, художники преуспевают, некоторые русские, но есть. Художник не связан со словом. Это важный момент. Да. Музыканты не связаны. Музыканты тоже, но не всегда связаны. Да, не всегда. Да. Но тоже это другая как бы сфера. У меня и такие, так сказать, истории были, что в смысле встречи с людьми. Конечно, результат, ну как всегда всего пережитого и переосмысленного. Да. Естественно, Эмиль, вы много работаете, и это залог того, что мы еще, наверное, во-первых, не первый раз беседуем, и, наверное, еще много раз поговорим, поскольку, значит, вы безостановочно трудитесь. И сейчас вы уже упомянули, вы работаете над новой книгой, и я хочу закончить наш сегодняшний сугубо предварительный, подчеркну, разговор выражением надежды на то, что мы будем время от времени встречаться, и вы будете вводить нас либо в курс вашей творческой деятельности, либо что-нибудь поговорим о литературе. Ведь вы же профессор по литературе и русскому языку, правда? То есть это ваша академическая область, да. Не так ли? Ну, прекрасно, спасибо вам, что вы нашли время к нам зайти. Угу. Теперь давайте будем прощаться с нашими телезрителями. До свидания, всего доброго, дорогие друзья.